Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова, и сейчас моя структура в CryptoHands за 2 недели. Зарегистрировалась я там 3 недели назад в этом проекте, который работает на эфириумах. Но так как мы были в Сочи, отдыхали на море, я не работала. И вообще до сих пор я активно не продвигаю CryptoHands. И вот смотрите, вот что получилось. Вот мои рефералы. Зашла я золотым треугольником. Это моя структура. Это за 2 недели, которые я продвигаю. То есть я не напрягаюсь. Вот можете посчитать, сколько здесь человек. Сегодня еще прибавился партнер. Сейчас я вам покажу мой кошелек MetaMask. Человек зашел на 1-2 уровень. А так как у меня 4 кабинета, я зашла золотым треугольником. Головной вверху и 3 внизу. Ну, советую своим партнерам также заходить. Вот смотрите. Прибавилось у меня еще на доллары еще 36 долларов. Это на первый кабинет пришло. Вот в MetaMask можно открыть, видите, сразу несколько счетов, это удобно. И вот в 4-м кабинете пришло, видите, да, 0,05, это еще где-то рублей 700-800, еще пришел партнер. В 1-м уровне у вас может быть только 3 человека. Так, вот мои рефералы. Это мой головной кабинет. Под всеми остальными тоже есть люди. Вот мой головной кабинет. И под вами может быть только 3 человека, и все. Остальные ваши личные партнеры переливаются вашим партнерам. То есть, что происходит? У меня уже заняты эти 3 места. И получается, что мои партнеры уже получают переливы от меня по 0,05. Вот смотрите. Нажимаем сюда. Вот отсюда идет, и здесь переливается как дождик, и человек получил от меня партнера. Переливается, и человек получил от меня еще партнера. Вот здесь у нас стоит Мария Воронина, которая от меня уже 2 раза получила переливы. Это значит, что мой партнер Юрий перелился к ней вот сюда, она получила 0,05. Но она еще сама пригласила 2 человека. И получается, у нее уже занято. У нее есть уже 3 личных партнера. Что происходит дальше? А я продолжаю приглашать, наращивая уже глубину себе. Например, ко мне становится партнер. Здесь у нас все занято. У этого партнера все занято. И получается, отсюда человек приходит вот сюда. То есть он переливается от меня сюда, если здесь занято, от меня к его партнеру. И его партнеры получают уже. И так далее, и так далее. Смотрите, как растет моя структура. Каждый день, как на дрожжах. То же самое может быть и у вас. Структура растет, растет, растет. Вот нажимаем, видите, разрослась. Это учитывает, что пока я 2 недели была на море, я не работала. И сейчас особо активно я не работаю. А представьте, если бы я активно работала. Короче, люди присоединяются каждый день. Сейчас это очень хайповая тема, и поэтому в нее люди идут. Здесь все анонимно. Нет, можно сказать, никаких админов нет. И даже если вдруг, не дай бог, админ умрет, этот проект все равно будет работать. Даже если вы что-то накосячили, что-то сделали плохо, все равно ваш аккаунт никто не удалит. Потому что это смарт-контракт. Здесь все анонимно. Я даже не знаю, кто здесь кто. Я не могу ему отписаться. Здесь еще какой плюс, что здесь нет пустых регистраций. То есть люди заходят под вас уже оплаченные. Вот это все оплаченные партнеры. Они все оплатили. Кто-то оплатил 1-й уровень, кто-то 2-й, кто-то 3-й. Вот здесь вы можете ознакомиться на главной сайте. Ссылочку я оставлю под видео. На главной сайте вы можете ознакомиться. А сейчас я вам дам стратегию CryptoHands. Как можно за 8 недель получить до 100 эфиров. Стратегия до 100 эфиров за 8 недель. Способ заработать 100 эфиров за 8 недель намного проще, чем вы думаете. Советую слушать внимательно. Достаточно, чтобы вы и каждый участник, которого вы регистрируете, заполнял свою первую линию за неделю. А это всего 3 человека по 5 сотых эфира. Это очень просто. Некоторые ребята в моей команде делают это в первый день. Без шуток, если вы не смогли зарегистрировать 3 человека за неделю, давайте будем честными, вы и не пробовали. Важное уточнение.
Эти три новичка регистрируются с условием идти по той же стратегии. Три регистрации за неделю и также прийти к цели 100 эфиров за 8 недель. А теперь давайте пробежимся по цифрам. Словам можно не верить, но цифрам не верить не получится. Разберем ситуацию. Вы на нулевом уровне, то есть еще даже не зарегистрированы. Вы регистрируетесь, потратив всего 0,05 эфира. Далее, решив идти по данной стратегии, у вас есть неделя, чтобы зарегистрировать 3 человека. Прошла первая неделя, 3 регистрации есть. У вас на кошельке 0,15 эфира, и вы покупаете себе второй уровень. Вот это и есть основная задача и зона ответственности каждого участника. 3 регистрации за неделю. За вторую неделю 3 ваших новичка делают такой же результат. На вашей второй линии уже 9 человек. Баланс не прибавился. За третью неделю вторая линия заполняет свою первую линию по 3 человека. И после этого покупает у вас свой второй уровень. На балансе 1,35 эфира, и вы покупаете себе третий уровень за 0,45 эфира. Четвертая неделя. Ваша третья линия заполняет свою первую. Пятая неделя. Четвертая линия заполняет свою первую. За шестую неделю третья линия покупает у вас третий уровень, заплатив вам 12,15 эфира. И вы покупаете себе четвертый уровень. Седьмая неделя не приносит результат. И последняя. Восьмая неделя. Ваша четвертая линия из 81 человека покупает у вас свой четвертый уровень и приносит вам 109,35 эфира. Вот так, двигаясь по простой системе, 3 человека за 7 дней можно прийти к 100 эфирам за 8 недель. Срок может быть и меньше, так как неделя на выполнение такого простого задания, честно говоря, много. На этом все. Кстати, я выводила уже денежку на Яндекс кошелек. На моем канале есть вот вывод денег из CryptoHands на Яндекс кошелек. Можно выводить на любую карту, также через обменники. Ничего сложного в этом нет. Я буду заканчивать. Ссылочку я оставлю под видео. Кстати, прямая ссылка ВКонтакте не проходит. У нас есть командный чат. Добавим вас в чат и научим, как делать редирект ссылки. Без всяких сокращений. Будет у вас красивенькая ссылочка, которая будет вести под вас. А свою красивенькую ссылочку я оставлю под этой трансляцией. Всем пока-пока.